За здоровый образ жизни выступили несколько тысяч подростков Самарской области. Набирая обороты в городах региона, уже четвертый год продолжается антинаркотический марафон «Пусть всегда буду я». Очередной прошел в одной из школ села Большая Черниговка. В течение дня на нескольких площадках ребят обучали латинским танцам, брейк-дансу, а также армрестлингу, воркауту и другим видам спорта и искусства. Развлекательную программу для школьников по традиции подготовили наркополицейские и молодежные организации совместно с членами общественного совета при областном управлении ФСКН.